Здесь дублю снова с вами. Сегодня мы сразимся за Фрэнки Бруно против нас Мухаммедишки. Мухаммедишки налей. Ребята, это будет страшнейшая драка. Да, это караул. Сегодня пострадал мой импадишка. Проводишка пришлось укоротить. Проблемы с проводом были. Импад перестал резко моргать. У него домик вот этот перестал гореть. И, короче, я думаю, опять караул, опять мой геймпад. Бедный страдает. Сколько геймпадов у меня уже, ребята, уничтожило. Это караул, ребята, это просто страшнейший. Просто на одних геймпадах разоряемся. Это просто караул. Но это бокс, ребята. Боксы всегда много средств. Много средств, сил. Много всего, короче, уходит. Просто караул, ребята. Тут нужно нервишки железные и желательно быть спокойным, как удав. Если вы спокоен, как удав, то все может быть хорошо, возможно, даже вы будете чемпионом. Но это не точно, это вам говорит просто дублер. Мухаммедишкин пошел в гору. Сразу один ударчик. Хорош. Отлично. Мухаммедишкин просто разошелся, ребят. Не на шутку. На, перкочек. Это усиленным опять запустить. Хорош. На. Фрэнки, ребята. Это просто Фрэнки. Ребята, они просто, мальчишки просто страшнейшие. Они просто разошлись не на шутку, поэтому опасно. Надо быть сюда. Просто. Парнишки, бой стиль. Бой с воздухом. Хорош. Да, хорошо, отправился ты меня. Ну ничего, Фрэнки, молодец. Вставай, дружище, вставай. Да, это было страшно, ребят. Вы видели, просто отлетел парнишка. Рочек, скажем. Я только первый бой, ребята, уже заголовились. Джимми какой-то. Маэстро. Майтин. Джимми Майтин. Ёкаломаны. Хорош. Опасно. Фрэнки. Жестко. Ну вы видели, Мухаммедишкин просто разошелся на шутку. Поэтому надо быть предельно осторожным. На, тоже разочек запустим. Хорош. Отдыхай, парнишка. Дублер налетел, парнишка. Дублер, ребята, вот вы знаете, дублер просто король смертельных апперкотчиков. Это парень, который просто уничтожает ребятишек. Тоже. Не без этого.
Усиленный перкочек. Ужас. Нарвался на мочишку. Нарвался на перкочек в кишечник, ребят. Он даже стал позу женщины. Просто страшнейший. Стал на девяточке, молодец. Да, парнишка просто выгорающийся. Фрэнки у нас сечка, ребята, тут страшно, море сейчас. Левые бровишки, просто рассечение. Ну вы видели, у Мухаммеда Али кулаки, ребята, вы понимаете, что это очень плохо, опасный парень. На! Усиленный удар справа. Мухаммедишкин положил голову на канвас, он просто вырубился от одного страшнейшего, крепчайшего удара. Хорош. Залетело просто как птичка в скворечник. Хорош. Фрэнки, уничтожитель, ребята, это как в Рокки Бальбоа. В Рокки Бальбоа, вы даже так вон там не увидели. Даже кто смотрел этот фильм, просто страшно. Парнишка поднимается, молодец, пятый раз поднялся, чувачончик. Крепкий мальчик. Крепкий мальчишка попался. Все. Отредактировали. Лёг как тряпичный кукук. Ну все, тряпичный кукук, по-моему, не поднимется. В шестой раз он может встать. Просто уничтожали его. Вы видели, что он значит. Фрэнки Бруно. Фрэнки. Просто уничтожитель. Уничтожитель таких вот бешеных парней, которые просто усиленными борются. Наш Фрэнки. А самый сильнейший в мире парнишка. Вот так вот. Сделаем скриншотик этого парня, который уничтожитель. Вот так вот, ребятишки. Есть страшные ребятишки. Вот он страшнейший. Видели, что творил? Но в шестой раз он просто не поднялся. Мы его уничтожали, ребята. Силовые удары, это просто страшно. Вон, друг мне пришел, приглашает меня на бой. Сейчас мы с ним сразимся.